Всем привет, с вами Черво, и я продолжаю играть восьмую часть игру Chicken Gun. Да, кстати, я обновил себе облик. Я уже решил обновить, я уже понял как. Просто потратил монеты. Так, мобс. А тут есть серия на голову. Ого! Ого, сколько... Ни хрена себе, сколько денег он стоит. Так, а ну-ка. А ты что так? О, куплю себе. Фуражку я еще себе куплю. Так, о. А вот теперь точно норм. Давайте начинать. Ой! Он на меня нападает! Меня хотят убить! Только не он! Нет! Пошел нафиг! Ох, ух, я его грохнул. Так, ладно. Как-то странно. Так, этот чел куда-то зателепортировался. Сейчас я убью этого чела. А, в смысле? Как это? Возьму миниган себе. Ой! А как это мы это вместе вдвоем убили? А как? Как это? Они что, лучшие игроки? Я как бы тоже лучший игрок. И чё дальше? Пошёл нафиг. Ой, куда это я зателепортировался? О, аптечка. Ну ладно, ща я этого чела отомщу. За все хорошее. Ща, погодите-ка. Так, возьму-ка я себе... Вот, вот это транспорт, велосипед. Ты как меня убил? Я же как-то попадал, хз как. Ты чё, думаешь, что я тебя никак не смогу убить? Или как по-другому? Получай. Ля, чё происходит? Чё за нафиг? О. Блин, чё-то мало монет. Понятно. У кого-то уже убили. Пошёл нафиг. Чё за фигня? Меня хотят убить, похоже. Получай. Офигеть. Ёперный театр. Да я это один против всех выживал как-то. Но я иногда тоже сдыхал. А, его уже убили. Получай. Чен Вова киллет курятник. Офигеть. Чё мы творим тут? Слышь ты! Он меня хотел убить. Но у него это не получилось. Так, чё за дверь? Чё она не открывается? Получай. Получай. Я самый хитрый, если чё. Получай.
Ты куда? Ты чё, от меня улететь решил? Я не тупой. Я всех могу сейчас перерезать. Ах, ты ж читер! Да я ему сейчас... Да как? Возьму нож. Ну, наконец-то как-то получилось его убить. Решил с ножа. А, иди. Ох ты ж! На, получай. ты куда? Ты куда улетел? Ты чё от меня съебаться решил? А, как? О, а вот велосипед, который я даже им не попользовался. А! Куда я улетел? Нет! Стой! Стойте! Да блин! Меня закастрировали. Чё? О, всё, наконец-то. О, повезло хотя бы. То, что тут щит появился. Бронежилет. Кто меня убьет, тот лох. Я не лох. Мне вообще пофигу на это название. Получай, челик. А ну-ка, что если я его ножиком попытаюсь сильно закрысить? Ну, я его крысил. Ох ты ж! Ты чё? Куда? Ты куда собрался? Наконец-то. Я ж думал, что я его не убью. Ты чё, думаешь, что я такой тупой? Куда? В смысле? В смысле? Меня обманули! Меня обманули, кажись. Побежали. Ой! Ух ты ж! Уже их появилось, этих игроков. Получай. Кто? Да кто это позволил меня убивать? Кто сидел? Получай. А, так это мой. О, мое. Получай. О, щит. Получайте. На, получай. Получай. Кто позволил? Кто хотел меня застрелить? Офигеть. Кто позволил? Кто сделал? На, получай. Ой! А, фух, наконец-то его. А, в смысле? Ты что так? Ну ладно. Где игроки? Они что, где-то прячутся? Ну-ка, походите, ну-ка.
Да блин, а реклама. Блин, если бы Путин не объявил войну против Украины, то я бы смог бы задонатить бы. Хотя бы 75 рублей на счету. 100 монет. И отключилась у меня бы... Так, любая подкупка отключает отключит рекламу. Вот, я бы так бы сделал. Было бы круто для меня. Если бы не объявили войну против Украины. Из моих подписчиков, может, кто-то живет в Украине. Ну, но я не буду говорить. Так, ого. Кот? Ого, я куплю себе гуся. Посмотрим. Окей. Так, посмотрим, что он отличится. Гусь. Где ты? Чё за фигня? Чё не объявляют? Чё? Где? А. У меня кнопка, блин, похоже, не нажимает. А как? Не. Ну ладно, тогда другую карту. Чё? Так, ладно. Нихера себе, гусь. Да в смысле? Меня опять убили. Меня опять убили. Огнемёдом. Так, где тут мой гусь? Вот он. А-а-а! А, нас хотят прикончить. Получайте. Получай. Чё это Steam? Так, ладно. Я не понял. Получай. Не понял, а чё у меня не нажимается? Чё за хуйня? О, наконец-то. Чё они там устроили? Что они там устроили уже? На, получайте. Неплохо, да блин. Да, неплохо, я так подзаработал. Да блин, как не быть. Да. Короче, ладно, давайте будем на это заканчивать. Все подписывать, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока.